не отпусти! Отпусти, так не подтаскивай! О-о-о-о! Моя рыба, моя! Опа, друзья, всем привет! Вы на канале «В поиск клава». Серега и Игорь сегодня у нас. Сегодня мы будем рыбачить. Рыбалочка, наконец-то! Лодочка у нас! Лодочка и водочка с собой, все есть. На самом деле мы вообще не пьющие. Сейчас мы все разложим и поедем ловить щуку. Поплывем. Так, лодочка, сейчас подсадим к аккумулятору. Накачаем. Все как положено. О, пошел процесс, ё-моё. Главное не проколоть. Главное сейчас весла встать. Весла тоже нужны. Там зрители засмеются. Зрители будут очень довольны. Они скажут, Сережа молодец. Ну лодка, конечно, да. Мы с тобой тут вдвоем будем на таком карапузике. Сиденья по-разному ставили. Одну на одну сторону, другую на другую сторону. Опа! Палец себе прищемил, ё-моё. Опа, нормально. Зажать, поджать. Вся щука наша. Че, Игорь, поможешь мне навязать этот самый? Как его там, блин? Поводок называется, да? Я же вообще ничего не соображаю в этих делах. Смотри, вот я купил. Ты мне узел только завяжи, я ж не знаю. Я на два узла завяжу и все, потом развяжется. По-своему завязывай. Давай, так завязывай по-своему. Ты боишься опозориться перед ребятами? Давай, покажи, как ты завязываешь. На узлы сейчас завяжем и все. Это же хитрый узел какой-то. Какой хитрый, не хитрый. Вроде все накачано, все нормально. Движок готов к бою. Винт уже какой-то помятый. Где-то я уже, походу, зацепил. Нифига, да как тут, блин? Это мы по этой лаже пойдем сюда? Да. Нифига себе. Меня толкать будет? Нормально. У тебя сапоги не дрявые, у меня дрявые. Нормально, так ты придумал. Ты придумал, хорошо. Так что, мне надо пописать, покакать, блин, и потом в бой, а то там уже где я пойду? Нет, штаны. Нет, штаны. Еще... Все, штаны. Да? Потом постираешь? Мы же имеем дело с профессионалом, да? Ё-моё, я уже почти провалился под воду. Я смотри, я уже ушел туда. Ну и все, и запрыгивай. Оттолкни чуть-чуть, сколько можешь, и прыгай. О, в ноги, только не в воду не неси сильно. Я уже он набрал чуть-чуть. Все нормально. Уже он в нем, будем смотреть. Да. Потекло, потекло туда. Сейчас должно чуть-чуть. Да? Я балдею, блин. О, пошел процессик. Все, я уже до дна не достаю. А нет, нормально еще. Понеслась. Вот это дело. На пятый, да, идет. Только на пятый аккумулятор садится быстро. И что мы теперь делать будем? Когда мы уже рыбачить начнем? Да удочка готова, только нету блесны у меня почему-то. Фитас, давай мне. На какой путь? Там я каких-то еще купил. У меня там еще шмяк. Нормально, у тебя тут запасы. У меня в основном на резинке. А, на резиночку любишь половить. На них и лучше клюет. Блин, сколько лебедей плавает, всяких этих самых уток. Вон уточки полетели. Целая куча, стая целая. Лепота, короче. А тут не должно быть такого, как этого, чтобы она крутилась, как она, воротка этого. Она может смотреть, как она. Она сама играет, да? Она не будет прыгать. Угу. А я знаю, что даже как-то на бок протыкает, чтобы она как раненая была. И что делать теперь? Уже можно закидывать? Да, только надо как-то развернись, ты в ту сторону. А. Я понял. Что, кидать теперь? Я далеко кидать? А если клюнет? Да. Ух ты, у меня получилось, смотри. Нормально? Ёпа. Есть заброс. Я змею поймал. Хороший. Сейчас змею вытащу, блин. Анаконду. Я офигею, блин. Я змеелов. А, блин. Что я сделал? А как у меня так получилось, я не знаю. Резким, потому что если бы вообще всю намотал, всегда так было. Что это такое, ё-моё? Не смотрел потому. А он, ребята, тоже там рыбачит. На лодке сзади. Есть, есть, есть. Вот, ты удочку. Так, подожди. Чуть-чуть приподнимай. Если. Так, 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 так. Чтобы. Давай, давай, ты подтяни ее ближе, потому да? Что я потом возьму. Помучаю, как надо, будет мучить. О, куда, куда, куда погнала? Блин, слушай, она большая, значит. Она реально большая. Есть, есть, дергай, дергай, дергай. Есть, есть. Подожди, подтаскивай руками взять. Есть, есть, Сава. Не отпусти, отпусти, так не подтаскивай. Отпусти чуть-чуть.
Куда? Отпусти, пускай. Ай, ушла, нет? За все. Это я отпустил. Дай, дай, я полез сегодня. Хорошо, так вот. Давай, моя. Моя. Моя первая. Красава. Вот это да. Моя рыба. Очень маленькая моя, хорошенькая. Чикутикутик. Прикольно. По центру, видишь? Ну. Я такой дух-дух-дух, удары такие пошли. Ништяк. Блять, на черный. У меня палец куда-то застрял там. Не суй. А, палец застрял. Открывай рот. А, это моя кровь? Да. Не, ты, это моя кровь? Да, все, ты кровью истекаешь. Нет, это не моя. Твоя? Да. Нифига, щипчики, да, специально? Ну да, как ты вытащишь, ты хочешь, руки все порвешь потом. Нет, что ж ты, гадя. Видишь, хорошо, что я блеснул не меня, я аж чувствовал, что вот это нормально. Ну вот, спасибо. Ага, спасибо нам. Вот это да, Сережа молодец. Сережа всегда молодец. Ну еще две штуки поймать, все, три только можно. Ну да, по закону мы можем поймать только три щуки. Каждый по три щуки и не меньше 45 сантиметров, чтобы было, да. Три судака можно, три щуки, не меньше 45 сантиметров, по закону. А то будет большой штраф. А я молодец какой. Блин, Игорь, я что-то, блин, писать хочу, блин, трындец уже, все, не могу, нафиг. Реально, я сейчас обсикую. Памперсы надо было одевать, точно, блин. Не, реально, блин, я говорю, мне уже, блин, даже трогать больно, тут животик что-то трогает, болит. Не знаю, как у меня с лодки получится, не получится. Или на берег куда-то поплыли. Терпеть уже не могу. Главное, чтобы никакой коряги там не было. Ё-моё. Блин, сикать хочу, не могу. Чуть. А, быстрее, в кусты, ё-моё. Сюка. А? Чего? Да, уже снимаюсь, как сикаю. Нет, конечно. О, ништяк. Ноги надо размять. Засиделись, ноги затекли. Нормально. Или ты бегаешь, давай танцуй, да? О, можно взять себе на грузы пару кирпичей. Смотри, веревку проделал, нормально будет как раз. Горячего чайку хлебнуть для сугрева. Только не надо писать в комментариях, что надо на рыбалке водку пить. Мы, ребята, не пьющие. Чай самое лучшее средство для согрева. Ну что, поплыли на второй заход. Давай. Смотри, воды не начерпай, ты на, смотри на ноги. Да вроде еще пока нормально. О, нормально, пошли, все. Отлично. Ушла? Да. Ну я же тебе говорю, ты тяни сразу. Сошла. А-а-а. Ну была 100%, блин. Смотри, трава. Да била, блин, ё-моё. Все. Я сразу почувствовал такие удары. Пошли такие. Я тут, да. Ну, видно, идет он сюда. Сейчас мы его вытащим, я надеюсь. Ты как на месте стоишь. Да? Конечно, вон у тебя. Ну, подкрути это на меня. Давай. О, все. Пошла. Блин, тяжелая, слушай, идет так тяжело. Я не вижу ее. Послабло все. Ушла. Или зацепил просто. Ушла. Ушла? Да. Трава была? Ну, зацепил траву. А что это тогда было так нафиг? Я офигею, блин. Ну все, на сегодня мы отрыбачились. Всего лишь только одна щука у нас попалась. Ну что есть, то есть, ё-моё. Сейчас надо главное выбраться на берег. Попробую еще разочек. Вот так вот. Все, наверное, вылазишь, вылезешь. Вот такая вот щучка Сережа попалась сегодня. Ништяк. Хорошая, толстенькая. Бедненькая рыбка. Вытащить лодку надо и посушить. Машину не украли, не угнали. Смотри, сколько всякого со дна мы собрали, пока волокли. Вся грязная. На сегодня все, друзья. Вы были на канале «В поиске кладов». Пока. Игорь, пока. Молодец.
Ну давай, ложи. Так, как тебе вот так? Вот чтобы... так вот ложи. Вот так, да? Да, чтобы просто видно было, какой вес. Что это рыба? Сколько чашка? Грамм 100 весит, да? Ну 100 грамм. Ну 100 грамм. Да, 100 грамм. Полтора килограмма.